С их лиц снисходит улыбка. Каждый зритель в хорошем настроении по-другому и быть не может. Порадовать жителей Яндери в последний день уходящего года приехал детский музыкальный ансамбль «Магас». Участие в новогоднем мероприятии приняли и воспитанники Дома культуры. Тамара Евлоева занимается вокалом с самого детства. Сюда она решила прийти всего год назад, чтобы улучшить вокальные навыки. И сегодня настал тот момент, когда она может продемонстрировать зрителям свой талант. Я же готовилась к мероприятию еще до месяца, потому что эта песня у нас была отрепетирована. Мы ее готовили, и само мероприятие мне очень нравится, потому что оно очень интересно, и мне было очень приятно посмотреть на профессиональных артистов. Тем временем зал заполнен. Марьята Гайсанова пришла на концерт со своей семьей, ведь сегодня важный день для ее внучки, которая также принимает участие в сегодняшнем представлении. Женщина редко посещает такие мероприятия, эмоции всегда переполняют. Внучка жалела, не жбал бы жени сокарца. Ер да где хочу, ер организовать я чо, дел резко увезен дел. Хоть сам да ер, ерт бахчнаха. Зарема Ганижева приехала со своей дочерью, которая практикует все навыки танца. Женщине приятно видеть всю организованность мероприятия. Она считает, что концерт прошел на высшем уровне. Мы очень хорошо отдохнули, прекрасный концерт. Дети посещают здесь разные кружки. Моя девочка тоже ходит. Очень хорошие руководители, талантливые преподаватели. Безусловно, мы очень хорошо отдохнули. Я думаю, сельчане довольны. Мероприятие проходит в рамках программы «Пушкинская карта», которая позволяет подрастающему поколению изучать культуру своего народа. Представление подходит к концу, а это значит, что пора вручать грамоты и подарки воспитанникам дома в честь новогодних праздников. Хашагульбова Раяна Магомедовна, ученица 4 Г-класса, школа номер 3 города Карабулак. Спасибо родителям за то, что привозят детей из Карабулака сюда. Сегодня жителям Яндери удалось по-настоящему прочувствовать приближение Нового года благодаря программе, которую подготовили организаторы, а также работники Дома культуры. Интересный сюжет, красивые танцы, любимые артисты создали ту неповторимую предновогоднюю атмосферу, которую хочется чувствовать накануне долгожданного праздника. Малика Измайлова, Ахмед Горбаков, Новости 24.